Ну что же, приветствую всех вновь, дамы и господа, любители Point Blank. Это второй этап квалификации на ПБВЦ, турнир открытый номер 4. И, как всегда, для вас его будем комментировать я и Максим Чейф Терентьев. Здравствуйте всем, Максим, привет. Привет, Герман, привет, дорогие друзья. Ну что ж, открытый турнир. Вновь наши команды борются за квоту. И сегодня мы посмотрим, кто же у нас будет сильнейшим. Также посмотрим, кто унесет с собой коды на ставочках. Кстати, сейчас мы их будем с вами стартовать. Так, ну а пока Максим занимается у нас ставками, пожалуй, самое время начать оглашать списки играющих команд. Итак, за MaD PWNZ играют у нас Fairix, Орлов, ЕКБ, Злой Хомяк и Проф. В то время как за Помни143 играют Кол, Такса, Саймон, Lessinate и Белка. Такие вот ребята. Карта Деловой центр. Дефолт, дефолт всех дефолтов. Помни143 начнут в атаке, MaD PWNZ в обороне, но... Поехали, ребятки, гоу, 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 уже стартовая активность должна просто зашкаливать, и мы с вами готовы приступать. Приступать к обзору второго этапа квалификации, уже четвертый открытый турнир. Но действительно, ребята должны здесь выкладываться на полную, потому что остается еще, по-моему, всего лишь 2 открытых турнира, это которые пройдут на следующих выходных, всего у нас их 6, но... Последние выходные могут для кого-то стать последними в борьбе за квоту на ПБВЦ. Посмотрим, как все это будет обзаведено у ребят, как они будут готовиться к этим отборочным. Так что, если сегодня кто-то проиграет, это, в принципе, не особо-то страшно. Но, тем не менее, чем раньше соберете квоту, тем, так скажем, времени будет у вас больше для полноценных тренировок, зная, что вам не нужно сегодня будет идти там на турнир, на стрим и, так скажем, завоевывать путевку. Вы можете полностью сконцентрироваться на своей тренировочной базе, тренироваться, ну и воплощать ваши мечты в реальность, то бишь попадать на ПБВЦ. Как-то так, как-то так. Ну что у нас? Постепенно ребята уже готовятся. Зеленеют у нас иконки игроков. Саймон остался лишь крайним у своей команды. Но вот пока Такса тоже отжимает. Ну. Ребят, всем привет. Привет еще раз, кто только что подсоединился к нам на Твиче, ВКонтакте. Всем вечер добрый. С вами, да, как всегда, Герман Громов, Максим Чейф. Ну, желаю вам хорошего просмотра. Позитива вам в ленту. Ну и, конечно же, приятных голосов вам в уши. То есть мой голос. И Максим. Но у меня не такой приятный голос, как у Максима, поэтому такое. Так, ну что? Саймон. Хотел сказать, наверное, наоборот. Не, я как хотел сказать, так я и сказал. Да ладно. Стартуем, ребятки, стартуем потихоньку. Да-да-да, так и есть. Мы начинаем. Деловой центр, первая карта. Ну что, на что команды сегодня будут претендовать? Будет ли это доминация одной из? Или же здесь все-таки мы увидим какую-то плотную борьбу, прикрепленную какими-то ожесточенными раундами? Посмотрим. Посмотрим. Удачи командам. Действительно, путь у них нелегок. Он тернист и сложен. Но посмотрим. Все-таки кто-то сейчас выиграет. Но главное, чтобы это был не разгромный счет. Ну что, поехали. У нас MaD PWNZ в обороне. Помни143 играют в атаке. Ну и сейчас пошли демеджи уже. Злой Хомяк на аркаде ЦК забирает Саймон. Но есть моментальный размен. Опа, а Проф-то у нас с каким девайсом интересным гоняет. Ну, уверенный все молодой человек. Такса также забирает у нас товарищ Fairix. Ой-ой-ой, Орлов на длине. Здесь делает все-таки размен, но Кол также делает минус, но, будучи родовый, конечно, ему здесь стоит отыграть очень аккуратно. 3 в 2. Ну, вот этот девайс, конечно, от Профа К2 это что-то нечто. Не знаю, почему именно с этим девайсом он играет, но я думаю, надо ему как-то будет выйти. Либо же все-таки уже в процессе игры поменять. Кен Проф занимает позицию дома, знает, что на бейте уже имеются игроки. Опа, Такса лепит пачку по ЕКБ. И Проф остается последний, но сейчас будет зажигать. И Таксу должен здесь забирать на самом деле. Так, идет демедж, ну и здесь Проф что-то вообще никак не среагировал. И первый раунд за командой Помни143. Они здесь в роли фаворитов выступают, но опять же этот статус еще им нужно будет подтверждать и подтверждать. Как бы первый раунд это хорошо, но это далеко ни о чем еще не говорит. Ну что, Саймон вновь аркада центрального кафе. Кстати, Проф так и продолжает играть с К2, не знаю, с чем это связано. Может, действительно, парень пристрелен к этому девайсику у нас. Но поехали. Орлов на принятие Зиги. Ну, как-то очень долго сейчас думал парень. Ну, и Lessinate просто открывает голову и проходит. Но здесь Fairix пока хилится, живет. Даблкил Fairix, но кол размен. ЕКБ выходит с дома. Но что-то с реакцией сейчас у товарища ЕКБ было не то. Ну, видимо, новенькие ребята, абсолютно новые у нас команда MaD PWNZ. Ну, что-то, да, действительно, у них не особо классно сейчас клеится оборона. Но Злой Хомяк с Профом остаются вдвоем. Позиции вообще не классные. По Хомяку сейчас есть информация. Также и по Профу появляется. Ну и Белка здесь просто на отходе будет дэмэджа вписывать. Ну, Проф СК-2 лепит пачку по Белке. Неплохо. Там еще Такса остается за третьими вещами. Хомяк забирает кола. И Проф даблкил СК-2. Вот так поворот. Что-то ребята знают об этой игре. Ну ладно. Продолжаем. Смотрим дальше. 1-1. Молодцы, молодцы, довольно-таки волевой раунд у нас сейчас получился, и, в принципе, ребята могут далее вести оборону и именно заставлять своих соперников играть в тот point-blank, который выгоден им. Но, если смогут повторять именно вот эти вот все финты, которые они выкручивали в предыдущем раунде. Но пока что атака у нас тоже не дремлет. Атака очень серьезная. И уже, кстати, она начинается по центральным кафе. И также Короб здесь на Саймон пытается отыграть на агрессии. Но там его уже начинает потихоньку принимать Проф. ЕКБ также на подхвате. Так что могут начаться проблемы. Они уже начинаются. ЕКБ ставит пачку по своему сопернику. Также пройти шорт пока что не предоставляется возможным. Здесь у нас Орлов зависает. И Кол моментально принимает решение стянуться под Короб. И опять же наступает на те же грабли, что его тиммейт. Он пытается перестрелять своего соперника, но пока что ничего хорошего из этого не выходит. 17% на хелсбаре остается, и это совершенно нерадужные новости для этого парня и для его команды. Но, тем не менее, он находит размен на ЕКБ, и сейчас может забрать Профа. Да, даблкил. Также Такса отвечает минусом у нас по позициям Б-сайта. Орлов попытается как-то засейвить эту позицию. Есть хедшот, неплохо. Также занимается Аплэнд, и Орлов остается в соло. Сотка имеется в руках у Ашки. Можно отыграть. Сейчас незамеченным проходит центральное кафе, потихоньку спускается под банан. А там же Белка сидит и совершенно ничего не знает о своем оппоненте. Кол также уходит на инсайд. Если что, может моментально хелпануть Белке. Но пока что по Белке залетает дэмэдж. Ну, теперь летальный. 28% здоровья. Кол на инсайде. Сейчас спину будет разбирать Орлова. Да, есть минус. И как результат, это еще один раунд у нас в копилке коллектива «Помни». Ну что ж, смотрим далее. Смотрим далее. Атака сейчас сработала просто на ура. Да, сначала полезли в коробку. Да, неудачно, но потом нашли там даблкил. Прорвали позиции аплента. Заняли, точнее не заняли, а немного нашумели на позициях Б-сайта. И в соответствии грамотно забрали еще один раунд в актив своей команды. Но вот сейчас Кол опять же в соло летит на позиции шарта. Согнал своего соперника. Откид Хайен. Кол все-таки проходит под Б-сайт. Находит open frag. Неплохо. Даблкил. Молодцом, 36% здоровья у этого парня, занимает уже плент, но здесь Хомяк подтягивается, минусует Таксу, и Саймон оформляет моментальный размен. ЕКБ остается соло, вылетает под шорт, но здесь Кол сразу же на страже порядка. 3-1 в пользу коллектива «Помни». Так, ну что такое? Что такое, ребята? Команда MaD PWNZ, нужно вам срочно вставать на ноги с колен, потому что это действительно уже начинает напоминать какое-то унижение одной из сторон. И Саймон идет под коробку. Здесь его, кстати, будет принимать товарищ Проф. И довольно уверенно принимает СК-2. Хорошенький девайс, хорошенький. Ну, по крайней мере, в руках Профа. Но преимущество есть в одного игрока. Нужно как-то дальше его развивать, подкреплять еще какими-то минусами. Ну, или как-то наоборот, более прочно сесть в оборону в относительно закрытые позиции, чтобы сразу на первых же порах и на первых подступах со стороны атаки не потерять своих игроков. Орлов получает дэмэдж под ноги. Ну и здесь, скорее всего, в доме, да, его Lessinate заберет. Уже аркад на пятерку и имеется. ЕКБ здесь стреляется с ним, но... Я думаю, здесь Лесси просто отойдет. Да, два игрока, ЕКБ и Злой Хомяк, просто закрыты под альф, но ЕКБ идет Аркадий дом, он понимает, что, в принципе, ему здесь больше делать-то нечего, но есть хороший минус по семерке, минус кол. Ну и бомба-то, а бомба почему не устанавливается? Ага, вот они, пижоны на фраге играют, но и сейчас Злой Хомяк остается один. Так, и еще один минус от Lessinate. Ну да, здесь, похоже, все-таки мы увидим избиение команды «Помни143» командой, нет, точнее командой 143, команды MaD PWNZ. Но пока что действительно видно, что на голову, а то и на две выше ребята из атаки. Действительно, на стрельбе здесь вывозят, все как бы у них хорошо, они даже толком никакими заготовками здесь не блещут. То есть довольно стандартные выходы. Один парень аркадит шорт, там второй где-то показывается на длине. Ну и альфа заходит. Теперь альфу вообще отпустили ребята из MaD PWNZ. Как они будут выбивать, честно говоря, я вообще не понимаю. Да, есть информация, что бомба установлена, но теперь 36 секунд на то, чтобы раздефьюзить. А Злой Хомяк-то неплохо работает по колу, забирает. Саймон идет аркадить СК, здесь же Орлов, здесь Орлов, Орлов. Алло, наушники включи, братан, братишка, ну ты что такое? Коробку идет аркадить ЕКБ, у нас здесь дроп на него от Саймона, ну и еще один минус. Злой Хомяк, трипл килл уже оформляет. Ой-ой-ой, Хома, что ты делаешь? Эй, Хоми, квадрокилл от Хомяка, и Лесси остается 1 в 1 против Профа. И сейчас... Ой-ой-ой. 1 хп, но времени как же мало остается. Профу здесь просто нужно садиться на дефьюз, но я больше даже не знаю, что делать. Опа, опа, опа! Проф все-таки забирает, но время предательски тикает. И это 5-й раунд в исполнении команды Помни143. Ну что ж, довольно грамотно играют ребята у нас сейчас в атаке, очень хорошо у них получается разводить своих оппонентов. Ну и, собственно, удержание вот сейчас немного под подхворало, но тем не менее Лесси сделал все грамотно, закрылся, молодцом. Отыграл этот раунд в актив своей команды. 5-1, преимущество 4 раунда. И по ходу дела это еще не предел. Кол на всех парах несется на позиции Б-плента, уже находит open frag. Здесь же Саймон его поддерживает. Есть даблкилл, Кол также даблкилл. Злой Хомяк только оформляет моментальный размен, но падает следом. Кол триплкилл, Саймон даблкилл. Б-сайт упал, это 6-1. Да, но пока что здесь оборона у нас ни в какую вообще выставить не может. Главное, чтобы моралька не падала, пацаны. Мораль никогда не должна падать, тогда вы затащите. Но сейчас Кол опять же находит у нас open frag по центральным кафе. Падает у нас Злой Хомяк, также отлетает в таверну у нас Проф от Саймона. И Такса только после этого следует за своими оппонентами. Но тем не менее, плейнт уже установлен под позициями А-сайта. И потихоньку зачекали Белку под бананом, но Белка так также падает. Неплохо. Неплохо. Так, Лесси будет принимать сейчас короб. Здесь на выходе двое оппонентов. Есть минус, но далее следует моментальный размен от ЕКБ. Отлично. ЕКБ сейчас передвигается как раз-таки под позиции стрита. И уже заходит на атлейн. Кол под пятаком. Здесь же Лесси на подхвате. Ну что ж, кто кого. ЕКБ принимает первого. Пошла перестрелка со вторым. Ай-яй-яй, как стремительно теряет свои проценты здоровья у нас Кол. Но таймер тикает, причем предательски тикает не в пользу ЕКБ. И здесь все-таки ЕКБ добирает Кола, но опять же время выходит. И это 7-1. Очень обидно за команду MaD PWNZ немножко. Просто они, в принципе-то, стреляют. Да, вот Злой Хомяк, Ромбик у нас 8-7 идет. ЕКБ, Проф. Ну, в принципе, неплохо ребята стреляют, да. Но, видимо, что как команда, они вообще, ну, по сути, не представляют угрозу для команды Помни143. А здесь Кол 16-4, уже 17-4. Саймон уже проходит под бету. Дом занят, ЕКБ минусуется у нас. И это уже 3 в 5. Ну, Проф там отвечает каким-то разменом, но моментально размен еще и по Fairix залетает. Бета занята, Саймон забирает также Злого Хомяка, ну и Проф со своим сигнатурным К2 остается в соло. Против 4 игроков, трое из них практически фуловые, за исключением Саймона. Ну и Кол также битый. Кол, кстати, 18-4 статистика у него. Все прекрасно и все хорошо. Ну вот не знаю, Профу как здесь действует. Да, можно пойти под коробку, но здесь Саймон. И Саймон его должен забирать, да, так и есть. 8-1. 8-1. Первая половина прям сокрушительно заканчивается в пользу команды Помни143. Ну что же, что будет дальше? А дальше, я думаю, просто будет 10-1, ну или 10-2, не более того. Но опять же, не хочется, да, вроде как команда MaD PWNZ списывает со счетов. Ну просто вот по-человечески, даже как бывшему игроку профессиональному, жалко. Просто жалко команду, которая вроде старается, но, блин, ну здесь оппонент действительно гораздо сильнее за счет опыта. Ну и опыт это, пожалуй, все здесь между этими командами решает. Ну и, конечно же, стрельба тоже здесь выше на уровень, а то и на 2 у команды Помни143. Ну ладно. Но все равно парни стараются. Они стараются до последнего. Вообще ранее MaD PWNZ мы с вами наблюдали уже в игре. То есть парни стреляли, но сейчас у них состав поменялся. Очень сильно поменялся. Но я надеюсь, все-таки на смене сторон они сейчас очухаются, проведут какую-то оценку, так сказать, обстановки, решат, что у них не так, как нужно действовать, и в соответствии будут уничтожать уже своих оппонентов. Так, ну что, едем? Едем или не едем? Давайте, let's go, парни. Так, Орлов в деле, но Кол теперь у нас полез в инвентарь. Так, отлично, загружаемся, загружаемся на вторую половину и смотрим, что же будет далее. Так, ну что, вторая половина стартует прямо сейчас. Помни143 продолжит в обороне. MaD PWNZ в атаке. 8-1. Два раунда всего лишь до победы Помни143. Ну и, конечно же, команде MaD PWNZ желаем искренней удачи. Ну, возможно, камбэк мы какой-то увидим. Опа, а от Кола здесь заготовочка. Заготовочка в виде элечки у нас. Опа, первый фазу пошел, второй пошел, но ни по кому не залетело. А в это время Проф-то опенфраг оформляет нас под корбом, но Lessinate оформляет моментальный размен. И сейчас хотелось бы увидеть какой-то выход уже. Вот ЕКБ под бет вроде как цели. Да, и, кстати, сейчас Такси в спину может выйти и просто его расстрелять. Да, есть перестрелка, но только 27 хп отнимает. Ну и дальше вообще не попадает, но... Здесь, да, все-таки уровень стрельбы немножко слабоват у команды MaD PWNZ. Но опять же, они отыгрывают сейчас 3 в 2, и у них преимущество. И Орлов должен в корбе забирать сейчас Кола. А по Колу, кстати, информации нету. А вот по Lessinate имеется. Но здесь ЕКБ пытается перестрелять, да, Орлов забирает Lessinate, и Кол остается последний. Вот и поворот. Фуловый Кол со своей элечкой у нас. Но... Селька будет тяжеловато ему все-таки отыгрывать эту ситуацию. Ну и здесь, опа, хедшотик полетел. Кол будет ждать стяжку с дома, там уже хомяк. Фазумчики, конечно, сельки хорошие, не то что СМ-200. Но СМ-200 тоже неплохие, но все-таки селечки, я думаю, здесь фазумчики попроще летят. Но и не попадает вообще Кол ни тычки. Ура. Есть, но еще, кстати, есть немножко времени попробовать. И пойдет просто. Ну, надо брать нож, просто не знаю, как Спайдермен в полете ставить. Ой-ой-ой, а как же близко-то было, как же было близко. Было близко! Нет, это второй раунд исполнения команды MaD PWNZ. Ну что, 8-2. Ну и там просто угар идет лютый в чате у команды Помни143. Ну и, ребят, на самом деле я бы вот так вот не расслаблялся. Следующий соперник за счет вашей расхлябанности может просто как-то вам потом напинать по яйкам. Так что не надо. Не надо так делать. Так, Кол и фазумчиком хороший нащуп такой сделал. По тэшке и неплохо забирается у оппонента. Такс, есть размен по ЕКБ, Проф. Есть также минус, так. А у нас Такс вообще теперь бегает с СК-2010. Ну, 3 в 3 отыгровка. Орлов, правда, красный. Это, пожалуй, единственный минус для команды MaD PWNZ в этом раунде сейчас. Проф. Блин, почему он играет СК-2? Я вот не понимаю. Неужели ни аук, ничего другого, ни уашки не пригляделись парню? К2 это мощь, ты че? К2 это мощь, К2 это сила. Я согласен полностью и целиком, но просто ввиду тенденции, как бы, но этот девайс вообще не берется. То есть я забыл, когда он вообще последний раз на профессиональной сцене брался, и брался ли вообще, то есть, ну, именно специально, преднамеренно. Так, ну у нас Такса прыгает пока что под бетти, Орлов, скорее всего, сейчас погибнет, если Такса дропнется под бетон. Но нет, здесь все-таки Орлов принимает решение подняться, у нас Кол. Забирает Профа, Белка забирает Орлова. Ну и последний Fairix. Fairix, давай, дружище. 1 в 3. Клатчий раунд выигрываешь, и я дарю тебе 100 рублей. 100 рублей Фейриксу, если он выиграет этот раунд. Ну, давай. Так, пошел дэмэдж по Белке. Неплохо. Мог забрать его уже. Так, ну есть информация по нубке. Есть информация по нубке, но Кола он обязан здесь просто забирать, но нет. Эх ты, Fairix, соточку слил. Как так? Ну ладно, 9-2 уже тем временем на счете у вас и у нас, соответственно, ну, 7 матчпоинтов. 7 матчпоинтов здесь, в принципе, ничто, наверное, команде Помни143 не помешает. Кроме них самих, конечно же. Ну, посмотрим, всякое может быть. Тем не менее, ребята, первый же раунд все-таки как-то отдали. И, может быть, сейчас ПВНЗ у нас возьмут инициативу в свои руки и будут добирать уже раунды потихонечку в свою копилку. Всякое может быть, это Point Blank, но посмотрим. От Злого Хомяка опять же залетает опенфраг на Саймона. Накаляется ситуация сейчас под позициями аплейнта. Но ребята сидят просто. И никто не знает то, что Лесси за спиной у них. Выходит уже на стрит. Пошел дэмэдж. Есть минус. Ну, Белка, ну что ты, просто из-под носа у своего тиммейта уводит даблкил. Ну ладно, ладно, все равно, уже двое игроков коллектива ПВНЗ у нас падают. Есть информация, то, что Тэшка также поджимается здесь. Орлов как-то пытается с банана принимать своего соперника. Но соточка на хелсбаре у Лесси, еще и Белка на подхвате. Но Лесси все-таки оформляет даблкил, а Проф моментальный размен на Кола. Ну и смотрим, что же будет далее. Закрывается сейчас в центральном кафе. Ребята зачекали ЕКБ, который передвигается на шорт. Но там Такса с тройки будет принимать своего соперника. Пошел уже дэмэдж. И есть хедшот. Проф остается соло, но его также добирает Белка. Ну что ж, это все-таки 10-й раунд в активе коллектива Помни. И кто же у нас унес ставочку? Да, встреч появился. Получилось, к сожалению, просто односторонний. 10-2. Победа команды Pomni143. Ну ладно. Ничего страшного. MaD PWNZ у вас все еще впереди. Желаем вам действительно удачи, тренировок. Ну и, конечно же, побед. Ребята, вот на самом деле здесь в чатике Твича немножко неправильно, наверное, отношение к этим ребятам. В том плане, что говорят, не на тот турнир сунулись, туда-сюда. Но, ребят, все когда-то с чего-то начинали. То есть... Стартовая площадка может быть любая, могут быть и нон-про турниры, а могут быть вот такие уже про-турниры, относительно даже семи-про, я бы больше назвал. Вот, ну и как-то неправильно, наверное, все-таки говорить ребятам, что не на тот турнир. Это большой опыт против грозных соперников, даже если проиграете 10-0. Из этого нужно уметь извлекать ошибки, извлекать уроки, которые в дальнейшем вашей команде помогут. Поэтому MaD PWNZ Грац, не расстраивайтесь, удачи вам в дальнейшем. Но помню, 143 просто красавчики хорошо здесь сыграли. Так что поставьте.